Невероятно, но я погибну. Сегодня мой последний день. Если б я знала, я бы проснулась пораньше. Не проспала бы, не опоздала. Постаралась бы приготовить темпуру как следует. Меня бы не сбились на глупые мальчишки. Хоть сегодня и был день, Настя. Это был временной прыжок. Путешествовать во времени? Как же, конечно. Взять и перепрыгнуть, если бы. Надо копнуть поглубже. Почему? Потому что. Потому что?